Вертикальные сады. Эффектным и необычным элементом ландшафтного дизайна становятся вертикальные сады, позволяющие создать как можно больше зеленых зон на небольших участках. Особенность вертикальных садов в том, что декоративные растения высаживаются на стенах домов и построек, на других вертикальных плоскостях. Для этого на них сооружаются специальные конструкции с подводом воды, в которые высаживаются растения. Также вертикальный сад может быть создан из пластиковых контейнеров с растениями, крепящихся на специальные вертикальные стеллажи. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.